Он есть! Убит! Погнали! Обдря! Леша Нерфер убит! Ты убит, я в тебя первый попал! Бесят! Этот нерф мне помогли купить мои подписчики. Я как-то проводил очередной стрим, и мне приглянулся один бластер. В итоге мы придумали такую штуку. Если мы за этот стрим соберем минимум 1000 рублей, то я покупаю Elite Trilogy. И мы собрали. Ну я хочу купить Trilogy, прям вообще мое почтение. Сделаешь обзор на Trilogy? А если за этот стрим волшебным образом мы насобираем хотя бы половину стоимости Trilogy, хотя бы 1000 рублей, я завтра иду покупать Trilogy и делаю на него обзор. Короче, мистер Шарк задонатил 1000 рублей, чувак, спасибо огромное. Короче, я завтра иду покупать Trilogy, реально тебе респект, реально. Ну и также отдельная благодарность тем, кто донатил суммы поменьше, мне прям было очень приятно. Так, всем привет, наступил наконец-то знаменательный день, я приехал в детский мир, чтобы купить себе нерф Trilogy. Ну как бы обычное событие, купил нерф, но мне задонатил на него подписчик. Я очень рад, потому что я давно хотел этот нерф купить, поэтому погнали его приобретать. Ищем нерф Elite Trilogy, если его здесь не будет, это будет фиаско. Он есть! Он стоит 4000 рублей, но мне ровно хватает. Нерф очень клевый. Ну все, наконец-то я его купил. Сейчас идем нерфить и там прямо его распакуем. Ну чё, я уже приехал на нерфинг, вон нерферы. Давайте сейчас распаковывать нерф. Распаковка, нет ножа, будем руками, как в старые добрые времена. Труп. Руками-то на изи распаковывать. Изи комплект. Ну что, я пронерфил этим бластером целый день, и у меня сформировалось о нем мнение, которое я тебе сейчас расскажу. Сначала надо разобраться с главными особенностями нерфа и для чего он сделан. А здесь есть что рассказать, ведь бластер-то необычный. Этот нерф создан только для ближнего боя, потому что он выстрелит сразу 3 проонки, и он довольно неточный. С этим нерфом очень прикольно как-то подходить сзади, либо прятаться. Бегать с ним довольно сложно, потому что он тяжелый, но он очень прикольный. Федя убит! Механизм у Trilogy на вид простой, в комплекте с ним идет 5 гильз и 15 стрел, так как в одну гильзу можно зарядить целых 3 проонки. У них в прикладе есть специальное место, и они туда хорошо влазят и не выпадают. Чтобы выстрелить из этого бластера, нам надо взять гильзу, заранее в нее зарядить 3 проонки, после чего берем взвод, резко отодвигаем его назад и гильзу кладем специальной, после чего задвигаем затвор назад, стреляем, и теперь мое самое любимое, выплевываем гильзу. Это самая главная фишка Trilogy, а именно выплевывание гильз. Помимо того, что это выглядит мега круто и эпично, она еще добавляет ему скорострельности. Раньше я думал, что потерять гильзы от этого бластера будет на изи, и, соответственно, без гильз я не смогу стрелять. Но как же я ошибался. Я сейчас потерял сейчас 4 стрелы, вот хожу еще. Многие думают, что проблемы типа с гильзами, хоть сложно искать, на самом деле нет. Гильзы находятся вообще на изи, потому что они большие, их очень сложно потерять.
С механизмом разобрались, теперь погнали к нашему списку оценки бластеров. И самое главное, что должен давать нерф, это эмоции. Положительные эмоции. Погнали! Обдря! Леша, нерфер убит! Леша убит! Ты убит, я в тебя первый попал! Егор убит! Холдер опять спасает! Убит! Убит! Если обобщать, мне понравилось нерфить Трюджи. На это влияет и эргономика, и стрельба, и, конечно же, дизайн. Но по этим параметрам мы пройдемся позже. Реально, бластер капец какой фановый и веселый. Им интересно играть. И катка необычная. И это реально вот круто, и за это респект. За эмоции, как и многие нерфы, Трюджи получает 10 из 10. Далее у нас идет эргономика. Трюджи удобный бластер, хоть и в некоторых аспектах проседает. Начнем с рукоятки. Она вполне удобная, но есть некоторые аспекты, которые меня просто бесят. А бесят меня в этой рукоятке вот эти вот прямоугольники. Они мешают удобно удерживать бластер. Плюс нет углублений под пальцы. Из-за этого рукоятка становится еще менее удобной. Вот почему, блин, в бульдоге они сделали офигенную рукоятку, а тут ромбики. Хоть и по большей части это придирки, все равно раньше в серии Elite были просто волшебные рукоятки. Они прям вот мое почтение. У меня даже нет слов их описать. А сейчас от волшебных рукояток остались только квадратики. Ну, блин, это обидно, но все равно все-таки не так критично. Мне нравится в Трюджи то, что он сбитый. То есть ощущается, как целая конструкция. Он весь прям такой прям качественный. И плюс в приклад удобно вкладываться. Но мне бы хотелось, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Мёрз держать довольно удобно. У него есть какой-никакой баланс. Ну, я имею в виду, он хорошо сбалансирован, но немножко есть перевес в переднюю часть. Но он довольно тяжелый, в принципе, это объясняет всем механизмом, но играть удобно. Реально присутствует баланс, и мне это нравится. Нерф немного тяжеловат, поэтому идеальной рекомендацией будет советовать его таким крупным и сильным нерфером, как я. Я же ведь не худой, да? Нет, ты дрыг. Но, тем не менее, если приловчиться, можно играть и таким худым, как я. Худой пескис. Держать его, в принципе, удобно. Эргономика хорошая. За этот пункт я поставлю 9 из 10. Ведь рукоятка не совсем такая, как хотелось бы. И взвод не самый лучший. Но при этом ко всему этому можно довольно легко приловчиться. Дизайн мне нравится, он крупный и угрожающий, только посмотри в его дуло, оно вообще прям вот до мурашек страшное. Но бластер я считаю красивым. Хоть он и выглядит крупно, на компактности это не сказывается. Я думал, он не влезет ни в один рюкзак и везти его на другой конец города, чтобы понерфить, будет биг-биг проблемой. Но меня пронесло. По компактности топ для его механизма, это еще очень хорошо. Когда я его кладу в рюкзак, где-то вот так вот торчит немножко приклад. Но меня это не парит. Короче, по компактности вместе с дизайном нерф получает 10 из 10. Так, что у нас там дальше? Боевые характеристики. Очень важная вещь в нерфинге. И меня радует, что Трюджи тут показал себя отлично. Бластер очень мощный. Он стреляет хорошечно, то есть прям летит туда, куда надо. Да, он не точный, потому что он стреляет сразу тремя проонками, но офигеть какой мощный. И прям реально
по-царски дичайше по красоте. В принципе, это так, но если хочешь улучшить точность, то можешь зарядить в трилогию стрелы Акустрайк. Точность тут оправдывается тем, то, что он стреляет сразу тремя пролонками. Ладно, предлагаю сделать фаер-тест с планировочкой. Погнали фаер-тест закрафтим. Итак, добро пожаловать в тест на дальность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, одиннадцать метров. Короче, что могу сказать по стрельбе? Он довольно хорошо стреляет, конечно, с разбросом. 11 метров для дробовика это вполне нормально. И нужное расстояние в нерфинге он простреливает. Скорострельность у Трилоджи, как бы это смешно ни звучало, нормальная. У его предшественника надо было вставить гильзу, и после выстрела она сама не вылетала. Ее надо было доставать руками. И это тормозило процесс перезарядки. Здесь же гильза сама вылетает, и перезаряжать нерф стал намного быстрее. Поэтому для такого класса бластеров скорострельность на уровне. Также у нас есть еще боезапас, и он отличный. То есть реально его прям хватает. 15 стрел в 5 гильзах, прям вах. Но если вдруг тебе это покажется мало, то ты можешь докупить гильзодержатель из Америки. И у тебя вот тут вот прям на планочке 3 гильзы будут. Тогда тебе это вообще обстреляться. За боевые характеристики нерф получает 10 из 10. Ту-ду-ду. Трилоджи очень качественно сделан бластер. От новых нерфов это сложно ожидать в эпоху экономии, но гильзы в приклад вставляются с настолько приятным щелчком, что я просто кайфую. Сам нерф очень добротный, сбитый, и ты прям чувствуешь, что у него нигде ничего не отвалится. И прям вот качество прям мое почтение. Это действительно так, Трилоджи чувствуется очень сбитым, и особого внимания заслуживают гильзы. У них нет острых краев, и в руках держать ну прям приятно, они все такие гладкие, прям вот хорошечно. Нерф Elite Trilogy не жует стрелы, и это круто, за надежность я поставлю 9 из 10, ведь иногда механизм с выплевыванием стрел срабатывает плохо. Чуваки, заметил необычную особенность, короче, когда играешь Трилоджи и хочешь выплюнуть гильзу, иногда он ее просто-напросто не уплевывает, то есть вот эта вот шторка не открывается. А это потому, что ты делаешь все плавно, его надо резко взводить, и с ним надо туда довольно резкое обращение иметь, чтобы механизм срабатывал безотказно. Этот нерф я купил за 4000 рублей, и для него это как-то дорого, но тем не менее, если очень хочется, то можно приобрести за такую цену. А вообще, лично я знаю места, где его можно купить, ну, ощутимо дешевле. Ну и, как обычно, ценообразование, точнее, цены на суд я отдаю вам. Кому стоит покупать данный бластер и стоит ли покупать вообще? Я думаю, он заслуживает твоего внимания. Новичку я бы его не стал советовать, поскольку система с гильзами требует навыков, и не каждый с ней способится играть. Но она очень фановая и веселая, поэтому я порекомендую, наверное, этот бластер бывалым нерферам, так как этот бластер очень придает разнообразие в нерфинг. Это я лично по себе знаю. А так, нерф классный, мне понравился. От себя я, наверное, поставлю ему 9 из 10. Бластер реально бластер. С вами был Дизмон, смотрите видео, подписывайся, куда только можно. Всем пока! Ля-ля-ля-ля-ля! Дрё-дрё!